с моим партнером, с моим другом, сме инвестори, да, идемо инвестовать там в Македонии. Я сам ездили сме по Албании, были сме в Черной Горе, с Хоцку, с Македонской обходной комору про Словенскую и Чешскую Републику. Поговорили сме с полем, какие бы были возможности, и достал сам такую прилежитость, что бисме то пробовали у вас в Македонии, да? Там в Македонии вытворить на ten Chemical Group такой проект. Первый год бы мы хотели инвестировать до 5 миллионов, можно 7, максимум, не хочу сказать, что 10. Тогда мы в плану до 10 миллионов и аж до 100 людей за первый год, за первый год. Я сам сполечный, вырабим такие масла, вырабим автоцистерны. Мой коллега, партнер, купил в Мариборе, на Словении купил тоже фабрику, там есть автоматичная линка на плнение масел, то есть Мапетрол. Потом мамы процента в Аджип Словенская Република, потом мамы процента в Аджип Гунгарии. Ну а так далее, так далее. Цены работать на Балкане. No, ja vám chvála za mnoho srdečných úspěchů. Já tam v Macedonské obchodné komore.